если хотите. В советское время предприятия строили очень продуманно и полностью со всей инфраструктурой. Здесь сохранилась автозаправочная станция на 3 топливораздаточных колонки. И до сих пор жив пожарный стенд, смотровая вышка. И сейчас мы отправляемся дальше, посмотрим, что же есть на территории этого предприятия еще интересного. Здрасте. А что это выгоните отсюда, с территории? Сейчас выгоним. Давай, выезжаем. А мы мешаем кому-то? Мешаем. А что здесь за территория? Это частная территория. Хорошо. Да? А вообще что это такое? А зачем вы переговариваетесь? Неприятности хотите? Не надо. И кто бы мог подумать, что посреди поля с пасущимися бычками можно встретить вот такое вот архитектурное чудо. Вот мы и прибыли к намеченному первым в этой поездке по Тульской области объекту. Построенный посреди колхозного поля в глубинке области бассейн с витражным куполом из армированного стекла, согласитесь, смотрится необычно и даже несколько футуристично. Возведено это чудо архитектуры было в спокойные и благополучные застойные годы для тружеников села, каким-то процветающим в тот период колхозом-миллионером. Интересен этот объект прежде всего тем, что как нельзя лучше иллюстрирует отношение советских властей и руководства предприятий к рядовым гражданам, простым труженикам. А идея строительства пришла руководству колхоза, скорее всего, следующим образом. В советские времена в конце каждого квартала предприятия сдавали всю свою неиспользованную на расширение производства и социальные нужды прибыль в региональные и республиканские бюджеты. И чтобы деньги не уходили обезличенно в пользу государства, часто руководство предприятия использовало часть прибыли на строительство спортивно-оздоровительных, культурных, образовательных и прочих ведомственных объектов, услугами которых могли бесплатно пользоваться сотрудники этого предприятия и члены их семьи. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которые не хотят понять еще в большинстве стран? Прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты. Вдоволь отфотографировав витражный купол, мы отправились вниз, где расположены технические помещения бассейна, душевые и раздевалка. Управляют государством, при том в массовом числе, как раз те классы, которых капитализм угнетал. Стал. Техническое помещение представляет из себя длинный узкий коридор, опоясывающий сам бассейн снизу по периметру. Там же сложены стенды, сохранившиеся еще с советских времен. Интересно, что вход в бассейн был спроектирован только один, из прилегающего здания, где сейчас располагается что-то вроде общежития для гастарбайтеров. Напоследок мы оставили подъем на сам купол. Что за такие тонкие? Не берись. Для того, чтобы попасть на крышу, не было предусмотрено никаких лестниц. Видимо, при необходимости работники использовали обычную приставную лестницу снаружи бассейна. Поэтому наш подъем превратился в увлекательный аттракцион, называемый «Заберись на крышу по дереву». Смотри, там крыша сломана. Я видел.
Для удобства обслуживания купола, мытья или замены стекол, была смонтирована лестница, подвижно закрепленная на его вершине. Нижняя же часть лестницы крепилась на двух колесах, чтобы ее можно было перемещать по кругу в любую точку купола. Конечно, объект оказался не слишком большим или не слишком интересным с исторической точки зрения, но его необычность и интересные инженерные решения привлекли наше внимание. И этот бассейн стал одной из путевых точек нашего очередного путешествия. Я прощаюсь с вами, до новых встреч на канале. Всего вам самого наилучшего!